Вчера, можно сказать, что не такой уж был и ураган, были порывы ветра сильные, в результате чего было падение зафиксировано 7 деревьев, которое было сразу же отработано нашими дежурными бригадами. Мы мониторим постоянно ситуацию с погодой, поэтому на те дни, когда мы видим, что есть резкое ухудшение, мы оставляем дежурные бригады, которые в оперативном режиме всегда отрабатывают. Вчера, слава богу, ни повреждений транспорта, никаких пострадавших не было. Было перекрытие только движения трамваев по Черноморскому казачеству, но мы оперативно отработали. Да, у нас ведется эта работа. Поквартально есть перечень улиц. Это и улица Троицкая, которая в ближайшее время начнется, и Нежинская, и та же Черноморского казачества. По ней уже ведется работа. Может быть, кто-то обращал внимание. Все сухие деревья, которые есть на этой улице, они все удаляются. Кроме того, нависшие ветки над проезжей частью тоже будут удаляться, дабы не мешали проезду транспорта, так сказать, в том числе и городскому, который проводит уборку улиц.